Между тем, в крае уже начали готовиться к первой волне паводков. В году минувшем в предгорный район региона он пришел уже в марте. Тогда из-за резкого потепления и обильных дождей реки вышли с берегов. В результате первой волны под водой оказались 38 поселков. За помощью, в том числе материальной, обратились 18 тысяч человек. Некоторые не смогли сразу подтвердить свои права на потопленное имущество, и им пришлось пойти в суд. В ближайшее время пострадавшие от паводка весной 2018 года получат последние выплаты. Об этом заявил губернатор края Виктор Томенко. По его словам, компенсации дойдут до нескольких сотен человек, которым пришлось доказывать в суде свой ущерб от наводнения. Учитывая, что в этом году также прогнозируют мощную первую волну паводка, уже сейчас прокурорам края поручили тщательно контролировать подготовку к наводнению на местах, организацию ледохода, поддержание гидротехнических сооружений, пунктов временного размещения. Особое внимание по итогам прошлого паводка уделяют оперативным сводкам о паводке для жителей.